документами, межведомственными, межправительственными, а также по линии частного бизнеса двух стран в связи с визитом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Японию. 各機関の代表者には交換文書メーカー読み上げられましたら速やかに演台の前まで移動していただき文書の交換握手最後に写真撮影をお願いいたします。安倍総理、プーチン大統領におかれましてはそのままのポジションでお立ちいただきたいと思います。 Мы просим представителей двух стран, после того, как будут названы соответствующие обменные документы, пройти к пюпитрам, обменяться документами, обменяться рукопожатием и в конце подождать для фотографирования. Спасибо. 件名の紹介は外務省林欧州局長にお願いいたします。 それではまず第一にロシアにおける日本年 および日本における、ロシア年の開催に関する日露政府間の覚書、加えまして、 2017年の日露両国の外務省間の協議計画の2本の文書です。交換者は岸田外務大臣とラブロフ外務大臣です。 Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Японии Фумио Кисида обмениваются меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Японии относительно проведения года России в Японии и года Японии в России, планом консультации между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Японии на 2017 год. 交換者は世耕経済産業大臣とマントロフ産業省務大臣です。 Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Гасеко обмениваются меморандумом по определению списка российских предприятий, принимающих участие в реализации инициатив диагностика производительности российских предприятий и подготовка кадров в смежных отраслях. 続きまして、 リガ丹田の石炭開発等に関する協力覚書です。交換者は世耕経済産業大臣とノバックエネルギー大臣です。 Министр энергетики Российской Федерации Александр Валентинович Новак и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Гасеко обмениваются меморандумом о сотрудничестве в области развития Ильгинского угольного комплекса. 続きまして、地質分野及び地下資源の利用に関する協力覚書です。交換者は世耕経済産業大臣とドンスコイ天然資源環境大臣です。 Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Ефимович Донской и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Гасеко обмениваются меморандумом о сотрудничестве в области геологии и недропользования. 続きまして、ロシア連邦極東における相互理解に関する覚書です。 交換者は世耕経済産業大臣とガルシュカ極東発展大臣です。 Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Сергеевич Галушкин и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Гасеко обмениваются меморандумом о взаимопонимании в сфере двустороннего сотрудничества на Дальнем Востоке Российской Федерации. 続きまして、原子力の平和利用に関する協力覚書です。交換者は世耕経済産業大臣 松野文部科学大臣とリハチョフロスアトム総裁です。 Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатома Алексей Евгеньевич Лихачев, министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Гасеко обмениваются меморандумом о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. 続きまして、 ICT および郵便分野における協力に関する覚書です。交換者は高市総務大臣とニキフォロフ通信マスコミ大臣です。 Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Анатольевич Никифоров и министр внутренних дел местного самоуправления связи и телекоммуникации Японии Санае Такаити обмениваются меморандумом о взаимопонимании в области информационных и телекоммуникационных технологий и почтовых услуг. 続きまして、
医療保険分野における協力覚書です。交換者は塩崎厚生労働大臣とスクバルソバ保健大臣です。министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова и министр здравоохранения труда и благосостояния Японии Сухиса Сиодзаки обмениваются меморандумом о сотрудничестве в сфере медицины и здравоохранения. Сукимаште, ноугё ойоби сисан бунья における тайва но кёка ни кансуру обоегаки десу. 交換者は山本農林水産大臣とトカチョフ農業大臣です。министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Николаевич Ткачев и министр сельского лесного и рыбного хозяйства Японии Юдзи Ямамото обмениваются меморандумом по укреплению сотрудничества в сферах сельского и рыбного хозяйства. 続きまして、資源エネルギー庁とガスプロムとの協力合意書です。交換者は世耕経済産業大臣とミレル・ガスプロム社長です。председатель правления Газпром Андрей Борисович Миллер и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Гасека обмениваются соглашением о сотрудничестве. 続きまして、ロシア周辺海域における炭化水素の共同探査、開発、生産に関する協力基本合意です。交換者は国部丸紅社長、北村インペックス社長、黒木ジョグメック理事長とセチン・ロスネフチ社長です。Главный исполнительный директор Роснефть Игорь Иванович Сечин, президент Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам Кейски Куроки, президент, генеральный директор, член Совета директоров Марубени Корпорейшн Фумия Кокубу, полномочный директор, президент и генеральный директор Импекс Корпорейшн Тосиаки Китамура обмениваются соглашением об основных условиях сотрудничества в отношении совместной разведки и разработки добычи углеводородов на лицензионном участке в шельфовой зоне Российской Федерации. 続きまして、ヤマル NNG プロジェクトの融資に関する契約です。交換者は前田ジェイビック副総裁とミヘルソン・ノバテック社長です。председатель правления Новатек Леонид Викторович Михельсон и главный исполнительный директор Японского банка международного сотрудничества Тадаси Маэда обмениваются договором между Ямал СПГ и Японским банком международного сотрудничества о предоставлении кредитных линий. 続きまして、8項目の協力プランの下で行われる日露合弁企業等への出資を行うための共同投資枠組みの創設に関する覚書です。交換者は前田ジェイビック副総裁とドミトリエフロシア直接投資基金総裁です。Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев и главный исполнительный директор Японского банка международного сотрудничества Тадаси Маэда обмениваются соглашением о создании совместного российско-японского фонда. 続きまして、日露の高等教育機関協会の設立に関する了解覚書です。交換者は里見東北大学総長とサドビーニチモスクワ大学学長です。ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Антонович Садовничий и ректор университета Тохоку Сатоши Сусуму обмениваются соглашением о создании ассоциации ректоров ведущих университетов России и Японии. 続きまして、ハバロフスク空港新ターミナル建設運営共同事業に関する覚書です。交換者は佐藤総司社長、高城ジャトコ会長、畑野常院社長とバシュークハバロフスク航空会社社長です。Председатель Совета директоров Хабаровский аэропорт Константин Владимирович Басюк, президент и главный исполнительный директор Sojitz Corporation Йоджи Сато, президент и главный исполнительный директор Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development Такума Хатана, председатель и главный исполнительный директор компании Japan Airport Terminal Исао Такасира обмениваются меморандумом о намерениях о совместной реализации проекта по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Хабаровск. 続きまして、ヘルスケア分野における協力に関する覚書です。交換者は飯島三井物産会長とネピック R ファーム社長です。
Председатель Совета директоров группы компании «Арфарм» Алексей Евгеньевич Репик и председатель Совета директоров «Митсуи» Масами Иидзима обмениваются меморандумом о основных условиях сделки по приобретению доли в группе компаний «Арфарм» компании «Митсуи Бусан». Президент некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Фонд Сколково Виктор Феликсович Виксельберг и председатель и генеральный директор Фанук Корпорейшн Йосихару Инаба обмениваются меморандумом о взаимопонимании в отношении основных условий сотрудничества. この場で交換された署名文書を含めまして、今回のプーチン大統領訪日に際して、政府間当局間で12件の文書が、企業間で68件の文書が合計しまして80件の文書が署名されました。これに加えて2件のプレスリリースが発出されております。お手元の資料に詳細をお記述してございますので、ご確認いただければ幸いです。 Всего в рамках визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Японию подписано 80 документов, в том числе один межправительственный, 11 межведомственных и 68 коммерческих. Спасибо. На этом церемония обмена документов завершена. Итак, мы начинаем совместную пресс-конференцию премьер-министра Японии Абе и президента Российской Федерации Путина. Сначала выступит со словами премьер-министра Абе, потом выступит со словами президента Российской Федерации Путин. Пожалуйста, господин Абе. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Владимир, добро пожаловать в Японию. От имени японского народа тебя приветствую на японской земле. Когда я посещал в 2013 году в Москву, мы с тобой договорились, как можно чаще встречаться. Прошло 3 года до того, как состоялась нынешняя встреча. Я очень рад, что наконец мне удалось тебя пригласить на мою родину и побеседовать в спокойной обстановке, и я очень хорошо думаю, что хорошо, что имел наконец такую возможность. И есть люди, которые ждут наших переговоров, продвижения наших переговоров более чем 70 лет. Это бывшие жители островов и тропы Кунашир, Шкотан и Хабамай. На этой неделе у меня был случай пообщаться с ними. Средний возраст у них уже более 81, и они говорят, что у них времени уже не осталось. Их горе, их отчаяние произвело у меня сильное впечатление. На островах, конечно, сразу после войны были тяжелые испытания, но тем не менее японцы и русские, преодолевая языковые барьеры, помогали друг другу, жили дружно, совместно. После того, как расстались, используя различные возможности при наличии различных ограничений, они продолжали общаться, бывшие жители островов, с бывшими соседями России. Они говорят, что раньше только чувство возмущения и досады, но сейчас думаем, что можем жить вместе. Они говорят, что желают сделать острова островами дружбы и сосуществования. Я был глубоко тронут их желаниями и высказываниями. Престарелые люди, чтобы они могли свободно посещать кладбище своих родственников и предков.
чтобы они свободно посещали, могли посещать свою родину. На этой встрече мы договорились рассмотреть возможности, варианты с гуманитарной точки зрения. Прошло 71 год, между Японией и Россией нет мирного договора. Необходимо закончить эту ненормальную ситуацию своими усилиями, собственными усилиями на нашем поколении. Эту решимость мы с Владимиром обозначили в совместном заявлении. Взаимное настаивание на своей правоте, хотя я свою правоту верю, и наверняка и Владимир верит в свою правоту. Но настаиванием на своей правоте и справедливости этой проблемы нельзя решить. Чтобы передать следующему поколению новую эру японо-российских отношений, мы должны прилагать все свои усилия. Нельзя зацикливаться на одном только прошлом, а надо начертить образ будущего этих четырех северных островов, где японцы и россияне существуют, где могут они создавать отношения, побеждают все, искать решения и всего этого, то есть необходимо мышление, устремленное будущее. И основываясь на этом новом подходе, мы пришли к согласию, что начнем переговоры об особом режиме, при котором будет проводиться совместная экономическая деятельность на четырех островах. И эта совместная хозяйственная деятельность будет осуществляться под общим пониманием, что эта деятельность не наносит вред, не ущемляет позицию как Японии, так и России по вопросу мирного договора. И этот особый режим будет создаваться исключительно между Японией и Россией. И это является важным шагом на пути к заключению мирного договора. И в этом понимании мы с Владимиром полностью совпали. И мы решим вопрос мирного договора. Вот эту искреннюю решимость мы смогли проявить на земле Нагато. За прошедшие более чем 70 лет мы не могли этот вопрос, то есть заключение мирного договора, это дело непростое. На тех островах сейчас не живет ни один японец. На тех островах живут большое количество русских людей, и прошли 70 лет. С другой стороны, именно потому, как прошли 70 лет, преодолев обиду, бывшие жители тех островов общаются с теми русскими людьми, которые живут на острове, и понимание между ними развивается, общаются. Это тоже факт. Без взаимного доверия народа Японии и России невозможно найти взаимоприемлемые решения и невозможно достичь финишных ворот в лице заключения мирного договора. Сегодня, в соответствии с планом экономического сотрудничества из 8 пунктов, были достигнуты соглашения по большому количеству проектов сотрудничества между Японией и Россией. Дальнейшее еще большее углубление экономических отношений между Японией и Россией, это принесет большое благо обеим сторонам и внесет очень большой вклад в создание доверия друг друга. Я уверен в этом. После этой пресс-конференции мы с Владимиром поедем в Кодока. Позволю себе процитировать слова Дигоро Кано, основателя дзюдо Кодока.
Это такие слова Дита Кёэ, что означает «сам процветай», тогда и визави, и другие будут процветать. Нам нужен именно такой дух. Владимир, давай сделаем наше сегодняшнее соглашение отправной точкой и создадим новое японо-российское отношение, именно Дита Кёэ, то есть «сам процветай», тогда и визави, и другие будут процветать. Давай сегодня отсюда вместе будем создавать новое японо-российское отношение. Спасибо. Уважаемый господин премьер-министр, дамы и господа, прежде всего хотел бы выразить признательность японской стороне за теплый и радушный прием. Программа визита была весьма насыщенной, содержательной, и вчера на родине господина Абе в городе Нагата в Ямагути мы в дружественной атмосфере обсудили ключевые аспекты российско-японского сотрудничества. Затронули ряд актуальных международных и региональных проблем. Это замечательное место. Я, Синдзо, благодарен тебе за приглашение посетить твою малую родину. Очень красиво, особенно сегодня утром, снег пошел, просто сказочная там такая атмосфера. И хочу поблагодарить жителей провинции и города за очень теплый прием, это было видно. Одна из жительниц на улице приветствовала наш кортеж, даже держа на руках щенка Катаина, было очень приятно. И хочу только ее предупредить, если она нас услышит, что внешне это выглядит как такая игрушка, на самом деле это серьезная собака, и нужно с ней с уважением к ней относиться. Но это так, лирическое отступление. Хотел бы сказать теперь по сути. Сегодня в Токио с участием руководителей министерств, а также представителей крупного бизнеса, мы в деталях рассмотрели весь комплекс торгово-инвестиционных связей, наметили конкретные ориентиры для дальнейшей совместной работы. И по итогам переговоров и двустороннего бизнес-форума подписан солидный пакет межведомственных и коммерческих соглашений. Вы только что это видели. Мы также поручили профильным министерствам проработать ряд новых договоренностей в инвестиционной, налоговой и трудовой сферах. Япония – это сосед и важный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В последнее время между нашими странами оживился и политический диалог. Эта встреча с господином Абе уже четвертая в текущем году. Налаживаются контакты по линии парламентов, Советов безопасности, министерств иностранных дел, отраслевых министерств и ведомств. При этом предстоит еще многое сделать, чтобы вывести двустороннее сотрудничество на уровень подлинного партнерства и прежде всего качественно улучшить наши экономические сферы. К сожалению, в текущем году двусторонний товарооборот снизился на 28%. Такая негативная динамика обусловлена не только объективными причинами, среди которых колебания валютных курсов и нестабильность цен на сырьевые товары, сказывается и санкционная политика в отношении России, к которой и Япония также присоединилась. Для наращивания встречных потоков товаров, услуг и капиталов по линии согласован масштабный план совместной работы и сводный перечень, включающий несколько десятков приоритетных проектов по 8 магистральным направлениям. Это энергетика, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура, инновации, гуманитарный обмен. Финансовую поддержку реализации этих и других перспективных деловых инициатив призван обеспечить и новый инвестиционный фонд. Сейчас только были подписаны документы о его учреждении. С миллиардом долларов, создаваемые РФПИ и Японским банком международного сотрудничества. Стратегической сферой российско-японского взаимодействия является энергетика. Россия – надежный поставщик углеводородов в Японию. За счет российских ресурсов обеспечивается около 8% потребностей Японии в сжиженном природном газе. Японские партнеры участвуют в крупнейшем в России проекте по производству сжиженного газа на Ямале. «Газпром» начал возведение Амурского газоперерабатывающего комплекса, продукция которого будет поставляться на рынки Азии, в том числе и в Японию. «Роснефть» ведет переговоры о привлечении японских инвесторов к добыче нефти и газа на шельфе Охотского моря, а также строительству дальневосточного СПГ на Сахалине. Изучается возможность создания энергомоста «Россия-Япония» и газопровода «Сахалин-Хоккайдо».
Реализация этих масштабных проектов, двухсторонняя кооперация в автопроме. В Чувашии или в Ульяновской области заработали 3 новых завода по выпуску автомобильной продукции. Во Владивостоке строится предприятие по сборке автодвигателей. Перспективным является сотрудничество в сфере медицины и охраны здоровья. На основе японских технологий ведется создание Московского медицинского центра, а также центра диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Прорабатывается идея сооружения онкологического кластера во Владивостоке. Еще одна актуальная тема, которая была рассмотрена в ходе переговоров – взаимодействие в агропромышленном комплексе. Россия располагает значительными свободными сельхозугодьями, что открывает возможности для совместного производства продуктов питания и наращивания их экспорта в Японию. Приветствуем интерес японской стороны к программам развития Дальнего Востока России и интеграции этого российского региона в производственно-сбытовые цепочки и транспортно-логистическую инфраструктуру стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Отдельно была обсуждена тема формирования зоны свободной торговли между Японией и Евразийским экономическим союзом. Особое значение для развития тесных партнерских отношений между Россией и Японией имеет сотрудничество в гуманитарной сфере. Контакты между людьми, культурные, научные, образовательные обмены. Ежегодно организуются форумы ректоров вузов. В июне в Японии открылся 11-й фестиваль российской культуры. Убежден, укреплению связей в этих сферах будет содействовать и проведение в 2017 году фестиваля «Русские сезоны» в Японии, а в 2018 году – перекрестных годов двух стран. Безусловно, мы с господином премьер-министром будем уделять этому направлению нужное внимание. В предстоящий период и Россия, и Япония будут принимать крупнейшие спортивные соревнования – чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры в Токио в 2020 году. Наши страны заинтересованы сотрудничать в подготовке к этим мероприятиям, включая обмен опытом, обеспечение безопасности и логистики. Естественно, большое место на переговорах заняла и международная проблематика. Тесное взаимодействие России и Японии по актуальным вопросам мировой политики является существенным фактором обеспечения глобальной и региональной безопасности, стабильности. Обсуждались вопросы сотрудничества в многосторонних организациях. В числе других, конечно, был затронут и вопрос ситуации на Корейском полуострове, борьба с международным терроризмом. Разумеется, речь шла и о проблеме мирного договора. Господин премьер-министр сейчас уделил этому достаточное внимание. Как известно, этот вопрос обсуждается уже более 70 лет. Было бы наивно полагать, что мы сможем в одночасье его урегулировать. Но искать решение, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии, и было бы принято народами обеих стран, безусловно, необходимо. Отсутствие мирного договора между Россией и Японией до сих пор, безусловно, является анахронизмом прошлого. Для решения этого вопроса требуется кропотливая работа по укреплению взаимного доверия, всестороннему развитию всего комплекса российско-японских отношений. В этом контексте вместе с господином Абе поддержали инициативу налаживания совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Рассчитываем, что такое сотрудничество будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для продолжения переговоров по заключению мирного договора. С учетом обращения премьер-министра Японии дали поручение Министерствам иностранных дел обсудить возможность упростить порядок посещения гражданами Японии могил своих родственников. И господин премьер-министр вчера в беседе с глазу на глаз уделил этому много внимания, передал мне письма граждан Японии, которые стремятся к такой неформальной, к такому неформальному взаимодействию с российскими гражданами на этих островах. Мы договорились о том, что сделаем все для того, чтобы максимально обеспечить им свободный доступ даже в те районы, которые до сих пор были для них закрыты. И со своей стороны предложил ввести режим свободного приграничного перемещения жителей Сахалинской области и Хоккайдо. И в заключение хочу еще раз поблагодарить японских коллег, лично господина Абе, за гостеприимство, плодотворную работу и деловой конструктивный подход ко всем обсуждавшимся вопросам. И хотел бы пригласить господина премьер-министра посетить Россию в удобное для вас время, имею в виду и
Восточный экономический форум и другие мероприятия, которые мы будем проводить в Российской Федерации. Благодарю вас за внимание. Итак, теперь вопросы и ответы. С японской прессы два вопроса, с российской два вопроса. Я предоставлю слово японской прессе, а российской прессе господин Песков, пресс-секретарь господина президента. Представьте, пожалуйста, перед тем, как задать вопросы, и скажите, кому адресовать ваш вопрос. Прежде всего, пожалуйста, представителю японской прессы. Пожалуйста. Хирахата от Хоккайдо Шинбун. Господину Абе вопрос. Это 16-й раз встречи с... на высшем уровне. Ощутимые результаты были по продвижению территориальных проблем или остаются большие расхождения позиции обоих стран? Объясните, пожалуйста, на конкретном примере. Только что господин Абе отметил, что сказал слова о высших жителях островов, что время мало остается. Да значит ли это, что потребуется много времени? А режим, особый режим не меняется ли прежнюю позицию японского правительства по поводу совместного хозяйственной деятельности? Так, я пригласил Владимира на свою малую родину, в город Нагато. И вчера до 11:35 вечера, практически 5 часов, мы провели переговоры. И с глазу на глаз, один на один, мы в течение 95 минут провели переговоры в том числе. И я считаю, что мы смогли очень много и как следует углубленно обсудить. Итак, мирный договор. Мы будем решать этот вопрос. Наша личная искренняя решимость, решимость лидеров двух наших стран мы смогли показать, я так считаю. Конечно, для решения нам нужно пройти еще достаточно большой путь и непростой путь, потому что этот вопрос не могли решить более 70 лет. И даже были... в течение достаточно длительного времени даже сами переговоры сложно было проводить. Но мы смогли сделать очень большой и уверенный шаг вперед. И, как сейчас рассказал Владимир, бывшие жители того острова, с которым я встречался на днях, я передал их письма Владимиру. И письмо президент прочел. Чувства жители острова впервые были переданы президенту Российской Федерации. Бывшие жители островов, чтобы могли свободно посетить могилы предков, их это искреннее желание, чтобы их желание осуществить с гуманитарной точки зрения или с точки гуманности вместе с Владимиром, мы смогли согласовать. Это означает, что мы, или я лично смог хоть в какой-то степени осуществить, реализовать мечту, чаяние бывших жителей. Итак, что касается особого режима по будущему проведению совместной хозяйственной деятельности, что мы начнем переговоры. Что касается принципиальной позиции Японии по территориальному вопросу, ни в коем случае не меняется. Вопрос... мирного договора, заключение мирного договора, позиция нашей страны ни в коем случае не ущемляется, не наносится вред. И это четко прописано в нашем заявлении. Но мы не должны зацикливаться на одном только о будущем. Мы должны нарисовать будущий образ этих четырех островов северных с тем, чтобы найти решение именно из этого видения, обращенного на будущее. Итак, видение, обращенное на будущее, это является новым подходом. И именно
это приведет нас к окончательному решению этого вопроса, этой проблемы. Я в этом уверен. Российские СМИ, пожалуйста, представляйтесь и говорите, кому вы адресуете свой вопрос. Агентство РИА Новости, Глебова Мария. Господин президент, я хотела бы вернуться к вопросам международной проблематики. Вы вчера в ходе переговоров обменялись мнениями о ситуации в Сирии, в частности, но ситуация в Сирии постоянно меняется, оттуда приходят разные и иногда противоречивые новости. Например, у сирийской армии есть какие-то успехи в Алеппо, а бои продолжаются за Пальмиру. Вот как вы считаете, как вы оцениваете ситуацию там, как вы видите ее развитие, какие перспективы, и удастся ли удержать Алеппо и снова получить Пальмиру? Спасибо. Что касается ситуации в Сирии, и конкретно по этим пунктам, все, что происходит в Пальмире, это результат несогласованных действий между так называемой международной коалицией, сирийскими властями, Россией. Я уже много раз говорил о том, что для того, чтобы быть эффективными в борьбе с террористами, нужно объединять усилия. Вопрос Пальмира, мне кажется, это чисто символический. Что касается военно-политического значения, то в этом смысле Алеппо, конечно, гораздо более важная тема. И я вот самых последних событий там не знаю, поскольку здесь уже нахожусь сутки, да? Но судя по тому, что я вижу, происходит именно то, о чем мы договаривались, в том числе с президентом Турции. Еще во время его посещения Петербурга мы договорились о том, что Турция окажет всяческое содействие в выводе тех боевиков, которые будут готовы сложить в Алеппо оружие. Прежде всего, для сохранения жизни мирных граждан. Это первое. И второе, вот это состоялось после наших последних телефонных переговоров. Я очень рассчитываю на то, что сирийской армии после, безусловно, успешных боевых действий в Алеппо удастся закрепиться, а мирные граждане смогут перейти к нормальной жизни. Уже несколько тысяч человек вернулись в свои дома, даже полуразрушенные. Следующий этап – это достижение договоренности о полном прекращении огня на территории всей Сирии. Мы ведем очень активные переговоры с представителями вооруженной оппозиции, тоже при посредничестве Турции. И позавчера в телефонном разговоре мы договорились с президентом Эрдоганом о том, что будем предлагать конфликтующим сторонам, мы со своей стороны правительству Сирии, а президент Турции представителям вооруженной оппозиции продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке. В качестве такой площадки могла бы быть столица Казахстана Астана. Если стороны конфликта согласятся, то мы обратимся к президенту Назарбаеву с просьбой поддержать этот процесс. Это не будет, если это произойдет, то это не будет площадка, которая будет конкурировать с, скажем, с Женевской, но это будет дополнять женевские переговоры. Во всяком случае, где бы ни встречались конфликтующие стороны, на мой взгляд, было бы правильно это делать и стремиться к политическому регулированию. Вот так мне видится перспектива. Хорошо. Итак, еще раз, японская пресса. У кого есть вопрос, пожалуйста, поднимите руку. Газета «Санке», меня зовут Абер. Вопрос господину Путину. Итак, в Ямагути, Токио, вы провели переговоры. Для вас, президент,
в политической сфере, в экономической сфере, что является самым большим результатом как в политической сфере, так и в экономической сфере. Итак, совместной хозяйственной деятельности. Как вы хотите это привести или провести к заключению мирного договора? Не могли бы доступно объяснить? Что касается заключения мирного договора, у вас на днях была встреча с японской медиа, и вы сказали... Это отчасти зависит и от гибкости наших партнеров. В свое время вы применили такое слово, выражение, как «хикиваки». Но что касается, кажется, что ваше личное мнение немножко отступило назад. Если вы требуете гибкость от японцев, то российская сторона какую гибкость должна проявить? Для того, чтобы полноценно ответить на ваш вопрос, мне придется хотя бы очень коротко, хотя бы в двух словах, но все-таки обратиться к истории. Уважаемый господин Абер, да, я так расслышал вашу фамилию, уважаемые коллеги, друзья, ведь Япония впервые получила острова Южно-Курильской гряды в 1855 году, когда адмирал Путятин окончательно... по согласованию с правительством России и императором, передал эти острова под японскую юрисдикцию, потому что до тех пор Россия считала, что эти острова принадлежат ей, поскольку открыты русскими мореплавателями. Для того, чтобы заключить мирный договор, Россия эти острова передала. Ровно через 50 лет Япония посчитала, что этого недостаточно. И после войны 1905 года получила еще, как результат этих военных действий, еще и пол Сахалина. Граница тогда прошла по 50-й широте, по 50-й параллели северной широты. И еще взяла в концессию северную часть Сахалина. Кстати говоря, в одной из статей Портсмутского мирного договора Япония получила право также экстрадировать с этой территории и русских подданных. Они могли оставаться, но Япония получила право и русских подданных экстрадировать с этой территории, с Сахалина. Еще через 40 лет, после войны 1945 года, теперь уже Советский Союз не только вернул себе Сахалин, но и вернул острова Южно-Курильской гряды. Вот нам нужно... Мы с господином премьер-министром вчера говорили, я читал эти очень трогательные письма бывших жителей Южных Курил. На наш взгляд, нужно прекратить вот это вот исторический пинг-понг по этим территориям. Нужно в конце концов как-то понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного, долгосрочного урегулирования. Вот в чем все дело. Но вопросов здесь много. В том числе это и вопросы и хозяйственной деятельности, и вопросы безопасности. Ну, например, в 1956 году, когда Советский Союз и Япония близко подошли к разрешению этого спора и подписали... И не только подписали, но и ратифицировали декларацию 1956 года. Как мы знаем, это исторический факт, Соединенные Штаты, которые считают, что у них есть интересы в этом регионе, практически устами тогдашнего госсекретаря господина Далласа объявили ультиматум Японии. Если Япония сделает что-то, что противоречит интересам Соединенных Штатов, то тогда Окинава уйдет полностью под юрисдикцию США. Почему я это говорю? Мы должны с уважением относиться ко всем государствам региона, в том числе и к интересам Соединенных Штатов. Вот это совершенно очевидно. Но что это означает? Это означает, что у нас, например, во Владивостоке, чуть севернее, две базы флота большие. Наши корабли океанской зоны выходят в Тихий океан. Мы должны понимать, что будет происходить в этой сфере. Но в этом отношении, имея в виду особый характер отношений между Японией и Соединенными Штатами и договорные обязательства в рамках договора о безопасности между США и Японией. Как будут строиться эти отношения? Мы не знаем. Когда мы говорим о гибкости, мы хотим, чтобы наши японские коллеги и друзья учитывали все эти тонкости и все
озабоченности российской стороны. Кроме того, мы вернулись к переговорам на базе декларации 1956 года, которая предполагала, если вы помните, возвращение Японии двух островов. Правда, непонятно на какой основе. Но окончательно декларация вступала в силу, и там это написано, после заключения мирного договора. Там много, очень много нюансов и проблем, которые мы должны профессионально, но очень доброжелательно в отношении друг друга и, главное, в отношении людей, которые так или иначе связаны с этими территориями, действовать для достижения конечной цели. Какая это конечная цель? Я вначале уже об этом сказал, сейчас еще раз хочу повторить. Эти острова вполне, если будем реализовывать планы господина премьер-министра, могут стать не яблоком раздора между Россией и Японией, а наоборот, нечто объединяющим и Россию, и Японию. И если мы сделаем правильные шаги в направлении плана, предложенного премьер-министром, а он предложил создать отдельную структуру по хозяйственной деятельности на островах, заключить межправсоглашение, отработать механизм взаимодействия, на этой базе формировать такие условия, которые позволили бы нам добиться окончательного решения по мирному договору. Если кто-то считает, что мы заинтересованы исключительно в налаживании экономических связей, а мирный договор откладываем на второй план, это не так. На мой взгляд, самым главным является заключение мирного договора. Потому что это создаст нам условия для долгосрочного взаимодействия в исторической перспективе, на средней и долгосрочную перспективу. Это важнее, чем деятельность на островах. Япония жила без сотрудничества с Россией 70 лет, без глубокого. И мы жили. Мы можем так жить дальше? Можем. Но это будет правильно? Нет, неправильно. Потому что если мы объединим усилия, конкурентоспособность наших стран и экономик многократно возрастет. Вот к этому мы и должны стремиться. Заключительный вопрос для российских СМИ, пожалуйста. Добрый день, Павел Зарубин, телеканал «Россия». У меня вопрос к обоим лидерам. Вы сегодня уже несколько раз говорили о плане из 8 пунктов, который в мае представил премьер Абе. И как мы видим, в рамках этого плана сейчас уже под сотню совместных проектов. Но вот вопрос, есть ли реальное будущее у этих проектов? И какие из них вы считаете главными? И вопрос российскому президенту. Вы уже несколько слов сегодня об этом говорили. Как вам японское гостеприимство? Кухня, горячие источники, что вы успели попробовать, а может быть даже испробовать на себе. Спасибо. Итак, позвольте мне ответить. Что касается будущего, судьба планов из 8 пунктов, да, конечно, есть. Я всегда говорил, что японо-российские отношения – это самые отношения с самыми большими потенциалами. В наших отношениях раскрыть большой потенциал, взаимовыгодный, это мое желание. И этим самым я хотел бы приносить пользу и японскому, и российскому народам. В мае в Сочи я предложил план сотрудничества из 8 направлений. И сейчас есть многие проекты, которые бы углубляли наши взаимодействия, чтобы Япония могла принять участие в проектах, повышающих уровень жизни и комфортабельности жизни российского народа. Это, несомненно, будет вносить большой вклад в дело развития наших двусторонних отношений. Мы только что обменялись документами, и в рамках нынешнего визита президента Путина в Японию примерно 80 проектов были подписаны, и многие из них уже конкретизируются.
Это беспрецедентная ситуация в наших японо-российских отношениях. Чтобы эти проекты, эти документы не остались на бумаге, но чтобы они оживили наши отношения и с душой продвигаются вперед. Я как в сентябре пообещал Владимиру, собираюсь принять участие в работе Восточного экономического форума в Владивостоке в сентябре следующего года, чтобы сам проверить и убедиться в продвижении этих проектов. Сказал по поводу горящих источников, то мне удалось прикоснуться только к одному горячему источнику. Называется это сакен местного производства, называется «Восточная красавица». Очень рекомендую, но думаю, что нужно знать меру, как у нас говорят. Спасибо. Спасибо. На этом мы завершаем совместную пресс-конференцию руководителей Японии и Российской Федерации. Журналистам просьба оставаться на своих местах, пока руководители двух наших стран не покинут этот зал.